Самое нежное мясо – это грудка, поэтому я его и люблю есть и готовить. Муж, конечно, у меня любит пожирнее и поострее, а вот я предпочитаю что-то диетическое, так же, как и мои дети. Для особых случаев я приготовила рецепт того, как приготовить грудку индейки в рукаве в духовке. Прекрасное горячее блюдо на торжественный стол. К такому мясу хорошо будет подать картошку с грибами. Также не забудем, что индейка подходит для людей, сидящих на диете, так что можно порадовать себя в любое время. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Сначала приготовьте маринад, перец накрошите в миску, выдавите к нему сок лимона, также добавьте молотый перец, горчицу, масло и соль, все перемешайте. Грудку индейки помойте и натрите маринадом, уберите птицу под пленку в холодильник на ночь. Где-то через 1-2 часов переложите грудку в рукав, закрепите его, уберите в духовку, разогретую до 180 градусах. Запекайте блюдо 50 минут, подавайте грудку, нарезав ее ломтиками. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Продукты и их количество, далее. Индейка, 300 грамм, грудка. Перец чили, 0,5 штуки, сухой. Лимон, 0,5 штуки. Горчица в зернах, 2 столовые ложки. Оливковое масло, 2 столовые ложки. Соль, 1 столовая ложка. Черный молотый перец, 1 столовая ложка. Количество порций, 4-6. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Жду снова и желаю вкусного дня.